Итак, здравствуйте. Сегодня в эфире кулинарное анархо-шоу «Как сделать из блинов пиццу». Итак, ингредиенты. Непосредственно блины. Мы же из них делаем пиццу. Так, Александрович, блины. Нам для изготовления пиццы необходимо два трушных славянских блина. Кстати, вы знали, что блины – это символ солнца? Покажи в камеру блины. Блины самые обычные, которые остались с масленицы. Вот, вкусные, вкусные, эротично вкусные блины. Вот, давайте, так. Берем первый блин. Первый блин по диаметру должен быть чуть меньше тарелки, но чуть больше второго блина. Выберем блин чуть больше. Вот, показываю, берем. Символ солнца, славянство, язычество, кстати. Ребята, блин, это язычество. Ложим. Кладем. Ложит говно-бетонный асфальт. Майонез. Майонез мы взяли сегодня, который у нас присутствовал. Это майонез столичный. Делаем столичную пиццу из блинов. Берем. Делаем букву W майонезом. Берем деревянную лопатку. Очень важно не использовать металл в приготовлении пищи. Деревянную лопаточку. Деревянная обычная лопаточка у всех дома, я думаю, есть. Делаем мягкими поступательными движениями из W, которую мы сделали майонезом. Размазываем его. Для того, чтобы получилось. Вот, в итоге, благодарю, у вас на блине должна получиться вот такая вот картина экс-пост-импрессионизма. Все видим. Окей. Теперь берем самую-самую грамулечку соли. Вот, соль. Соль обычная, каменная. И черный перец. Черный перец. Пицца должна быть острой. Отлично. Отлично. Черный перец. Теперь, основа для пиццы почти готова. Но пицца, как мы знаем, толстая. Блин тонкий. Поэтому берем второй блин. И накладываем, который, вы знаете, чуть меньше по диаметру, чем первый. И накладываем его на второй блин. Вот что получилось. Основа для пиццы готова. Теперь все зависит от вас. Если вы вегетарианцы, например, то можно делать овощной наполнитель для пиццы. Мы трупоеды, поэтому мы возьмем что-нибудь мясного для наполнения пиццы. Ингредиенты. Основные ингредиенты пиццы – это морепродукты, ветчина, колбаса, сосиски, обязательно сыр, но к этому мы еще дойдем. Мы берем для нашей пиццы, в качестве его наполнителей, мы берем виноград. Мы сделаем пиццу по веганам. Вот, мы берем виноград. Это кишмиш, если не ошибаюсь, виноград без косточек. Абсолютно безопасный, без ГМО, купленный на ближайшем рынке. Берем. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12. Мне нравится число 15. Мы берем 15 виноградин кишмиш и равномерно распределяем их по пицце. Для фанатов как бы кулинарии я бы советовал еще взять небольшой ножик и разрезать их пополам. Вот. Кстати, сейчас вам это и продемонстрирую. Берем нож, обычный кухонный столовый нож, и разрезаем каждую виноградинку наполам. Наше все-таки, как бы, ну, кулинарное шоу. Вот. Дома абсолютно каждый... У всех дома есть блины, но не у всех дома есть пицца. А ехать в пиццерию или заказывать ее для кого-то дорого, для кого-то в лом, а кто-то просто не хочет себе замораживать жир. Поэтому разрезали мы наш виноград на половину и распределили по нашей основе для пиццы. Итак, господа, пицца у нас будет немного с национальным оттенком, поэтому исконный белорусский продукт поляндвица, дамы и господа, посмотрите, какая сочная, какой кусок смай... я прям слюнки текут. Нет, Игорь, никакой поляндвицы. Вот. Главное, правильная нарезка. Тонкими ломтиками.
Мы нарезаем просто... Ах, у меня аж... Поляндвицу. На такие длинные полосочки. Маленькие макарони, как я их называю. Вот, должно получиться что-то такое. Вот. Нет, 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 это не тебе. Вот. И равномерно распределяем их по нашей пицце. Берем собачью какашку. Старую собачью какашку. Все, да. Берем ее. О. И тоже нарезаем. Главное, только соломкой. Только соломкой. Собачья, да? Конечно. Вот она вот так вот примерно выглядит. Нет, это не тебе. Посыпаем. Посыпаем, распределяем. Вот, как бы, мы делаем пиццу небоскреб, поэтому повторяем еще раз все ингредиенты. То есть, опять наш виноградозаменитель. Еще раз майонез, соль, черный перец, поляндвицу, исконно белорусскую. Кстати, лучшая поляндвица это где-то в районе Гомельской области, как ни странно, делают. Вот. Все это аккуратно формируем, формируем. Берем нашу пиццу небоскреб, которая у нас получилась. И превращаем ее в шаверму. То есть, что нужно, чтобы превратить пиццу блинную небоскреб в шаверму? Просто грамотный маркетинговый ход. Сворачиваем. 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 Если подавать к столу, то можно закрепить ее зубочистками. Но мы, так как попробуем свое блюдо сами, вот что у нас вышло. Отличная, по-моему, симпатичная такая. Ножки. Да, да, да. Оу. Это просто песня. Это нектар богов. Посмотрите. Это незабываемый вкус. Ваше здоровье.